Карантин изменил жизнь одной индийской семьи из Чиная, а вместе с тем преобразился и ее дом. Брат и сестра Табреш и Видиша томились от скуки, но именно она заставила их попробовать что-то новое. Когда начался первый этап карантина, я расстроился. Сидел дома и просто смотрел телевизор, потому что родители заперли меня и не выпускали. Бродил из комнаты в комнату и общался с друзьями. Потом Табреш решил расписать комнатные стены картинами. Видиша захотела присоединиться. Я спросила брата, можно ли разрисовать стену, а он предложил расписывать бутылки, и я попросила его принести их. Я попробовала рисовать, и вышло очень хорошо. Пока был карантин, я украсила росписью множество бутылок. Табреш учится на третьем курсе инженерного факультета. Говорит, что карантин превратил его в художника.